Вот вам история 27-летней Тони Уиллоби, светлокожей, светловолосой девушки, которая хотела быть такой же красивой, загорелой, как ее подруги. Специально для этого она даже купила себе домой солярий и загорала 5 дней в неделю. Итог, у нее меланома, рак кожи. И теперь она вряд ли сможет загорать. «Берегите свою кожу, она у нас одна. Пользуйтесь солнцезащитными средствами», — подписала Тони свое селфи, которое выложила на страничке в Facebook. А если кому-то нужна мотивация, чтобы ограничить посещение солярия, вот она. Именно так выглядит рак кожи. Учитесь на чужих ошибках.